Здравствуйте, меня зовут Лиза. Привет, меня зовут Лиля. Мы киностудия «Китиш-фильм» из Санкт-Петербурга. Меня зовут Юстина, я из города Челябинска, из киностудии «Звездочка». Меня зовут Карпова Ирина. Я руководитель детской студии анимации в одном из московских детских садов. Мы работаем над мультфильмами о дружбе, взаимопонимании, любви друг к другу для участия в кинофестивале «Волшебный фонарь». Я хочу научить детей основам анимации, чтобы они могли выражать свои мысли, чувства, радости и надежды, и все то, что их волнует в добрых и красивых мультфильмах, которые мы обязательно отправим на конкурс «Волшебный фонарь». Мы делаем мультфильм кинофестивалю «Волшебный фонарь». Спасибо большое за поддержку нашего проекта. Спасибо вам за поддержку.